Привет, с вами снова Владимир. Вот дом от застройщика. Соответственно, все сделано с полнейшего говна. Ну, ко всякому говну мы привыкли. Но то, что мы увидели на этом доме, вот в этой двери, мы просто офигели. Тут злоумышленники решили вскрыть дом и влезли в него. Ну, еще бы они не влезли. Посмотрите, что за дверь. Показываю, Сереж. Смотрите. Вот, смотрите. Это не фольгай, это даже не полмиллиметра. Это ноль сколько-то. Внутри картон. Мы про это слышали, что там картон и фольга. Но впервые мы это видим. То есть рукой можно, вот, смотри, смять, размять. Так вот, чем вот такая железная дверь, лучше самая конченная деревянная. Или даже металлопластиковая. Никогда не покупайте эти двери в районе 3000 ценой. Добавьте еще 2000 и поставьте нормальную дверь. Потому что это не от злоумышленников, а только от кошек. Все.